Сегодня мы передаем сотрудникам Восточной больницы этот замечательный легковой автомобиль, который был приобретен по просьбе персонала учреждения. Медперсонал не всегда мог добраться своевременно оказать помощь пациентам на дому, тем более таким отдаленным районам поселка, как Козьмино и Первостроители. Надеюсь, что этот автомобиль поможет успешно решать задачи, своевременно оказывать помощь пациентам и облегчит труд медиков. Спасибо. От лица администрации Восточной больницы хочу выразить большую признательность и поблагодарить акционерное общество «Восточный порт» и фонд «Восточный порт» за этот дорогой подарок для нужд Восточной больницы. Спасибо, Владимир Ильич. Работа участкового терапевта заключается в оказании помощи не только в условиях поликлиники, но и оказании помощи пациентам на дому. И так как на некоторые участки нашего населенного пункта довольно сложно добираться, ну, с этим были связаны некоторые сложности. Помимо участковых терапевтов, оказывают помощь на дому врачи-хирурги хирургического профиля, врач-невролог, врач-окулист, также средний медицинский персонал в лице медсестер занимается забором крови, снимает ЭКГ у пациентов дома. Поэтому мы благодарны и рады, что в хозяйстве Восточной больницы появился новый легковой автомобиль. В прошлом году фонд «Восточный порт» оказал финансовую поддержку в приобретении средств индивидуальной защиты. Были предоставлены экспресс-тесты по определению антител к новой коронавирусной инфекции. Были произведены работы по утеплению фасада здания. Также мы продолжаем сотрудничать в рамках проекта «Поликлиника Восточная больница». Восточный порт оплачивает консультативный прием врачей-специалистов, которых мы приглашаем из Владивостока для нужд жителей микрорайона Врангель.